Андрей Бущик и Валерия Бушуева. Такое впечатление, что Андрей Бущик сейчас готов показать все, на что он способен в джайве. На Кубке мира. Here's a little song I wrote. You might want to sing it. No, for no, don't worry. Ваши нескончаемые аплодисменты участникам этого финала. И, конечно... Everything in the future, okay.